Дорогие друзья, вспоминая фразу Саша Гетри о том, что когда я получше узнал тех людей, которых я так бешу, я стал это делать намеренно, сегодня я специально отправляюсь на поиски букета нарциссов для себя. И все это решил заснять для моего канала в YouTube, для канала «Здравого смысла». Вот сейчас мы отправимся на поиски нарциссов для нарциссов. Мне нужен букетик нарцисс. Это, вы не обращайте внимания, это меня снимают для моего блога. Букетик, вы привыкшие, да? Мне нужен такой, знаете, да, причем... Есть нарциссы сейчас свежие, сейчас мы... Свежие, конечно, только свежие. Зачем мне не свежие? Да, 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 да. Сейчас вам показываю нарциссы. У нас согревание. Я вам сам могу показать нарциссы? Нет, где они у вас? Я понимаю, что вы можете. Просто, да, извините, есть поставка, поэтому... Это очень хорошо, что поставка. Вот смотрите, вот одноголовые нарциссы. Какие? У нас одноголовые, они будут... Одноголовые нарциссы. Да. Вот, пожалуйста. Так, и еще кустовые мне сейчас их надо. Не кустовые. Давай, давай. А вот они где-то сейчас... А вам какие? Пустовые или одноголовые? Если мы сейчас посмотрим, одноголовые, звучит очень интересно. Ну, просто, например, псевдосирень. А как называется? Почему вот псевдо? Это сирень? Это сирень. Ну, я так ее называю, которая еще не доросла. А, это не местная? Не местная, да, не местная сирень. Я поняла. Поскольку вот не могу я. Сколько я всегда смотрю вот эти вещи, но я все это навью, оно оплывшее. Понимаешь, это набьё, оно оплывшее. В старых вещах все проработано, все настоящее, все. Это псевдо. Это псевдо. Если не можете найти, давайте мы посмотрим. Давайте одноголовые. Одноголовые нарциссы. Они нашлись. Они нашлись. Да. Они испугались, чтобы... Испугались меня. Чтобы одноголовые. Одноголовые. Слушай, ну какие они оригинальные. Оригинальные. Их обычно ведь еще такие продают в горшочках специально, да? Да. Нет, мне подобные дарила Каталин любимого и Юрий Петрович на прошлый мини-юбилей. Вот. Так, вы знаете что, поскольку у меня одноголовые у меня еще уже есть дома, мы сделаем так. Дайте-ка мне вот таких вот три для маленьких вазочек. Три. А одноголовых еще для такой средней вазочки 5. Да, и мы сейчас еще что-нибудь здесь посмотрим. Я их люблю сильно, сильно обрезать и ставить в очень маленькие, но очень древние вазы. Даже нет, не 5, вот эти вот 7, они, по-моему, не раскрыты еще, да? Особенно. 7, лучше 7. Там есть даже вообще закрытые, вы сейчас выберете. Ну, совсем закрытый не надо, мне нужно позлить. Мне нужно позлить врагов, мне нужно, чтобы сразу было все-таки открыто. Я, знаете, меня называют нарциссом, и поэтому я просто не мог. Какой аромат. Какой аромат. Да. Вот. Здесь 10. Вот, здесь сколько? Здесь 10, да? 10, да. Тогда вот одну изымаем и оставляем 9, да. Все-таки я вот раскрытенький. Сейчас мы наберем раскрытие, чтобы уж сразу... Вот смотрите, вот я убираю, когда... Да. Давайте 9, все. Тогда 9, остальные, но... Все приоткрыты. Все приоткрыты, да? Угу. Очень хорошо. Тогда заворачиваем и вот эти вот... Да, да, да. Я заверну вам бумагу, я там скрутила. Да. Бумага, ну, вы знаете, что... Да, бумага, ближе к корню, чтобы они сами были не видны. Мне сейчас нужно для кадра, чтобы люди видели наглость. Видели наглость. Так, что мы еще смотрим? Вот. Неполиткорректные у них эти статуэтки, консольки, статуэтки, поддерживающие консольки, неполиткорректные.
не знаю, что сказать, могу любой фразы могу сейчас обязательно оскорбить чувства кого-нибудь. Сейчас все как на работу ходят оскорбляться, прям как на работу оскорбляться, ищут, кого оскорбляет образование, кого оскорбляет последствия образования, то есть интеллект и самоуважение, и нарциссизм, обязательно кто-то чем-нибудь оскорбится. Кстати, вот эти кролики, знаете, что кролики мы понимаем, что в эпоху настоящей живописи, когда была настоящая живопись, все было символично, ее можно было читать, изучать по-настоящему глубоко. И вот если на картине, допустим, 15, 16, 17 века, вы видите в углу пейзажа или в углу жанровой какой-то сценки кролика, то это означает похоть. И чем длиннее его ушки, тем похоть сильнее. Здесь похоть, ну, такая очень средняя похоть, хотя он уже такой разъевшийся кролик. Но их трое, и они... Вот этот наиболее похотливый. Вот этот наиболее похотливый. Ваша встреча. Да, спасибо. Мерси, мерси. Что, вы еще и с чеком работаете? Ну, я вам доложу. Ну, слушайте, кто... Сейчас уже никто этими... А вы можете работать без чека, если поставите на... В ходе в магазин какой-нибудь древний религиозный и можете без налогов. Амулет! Амулет! Ну я не буду говорить в эфире, что конкретно, да? Но вы меня поняли, чтобы без налогов торговать. А это, а потом, а можете говорить, что нарциссы заряжены на мощах. И что от них что-то приходит. Спасибо вам огромное. Хорошего. Всего вам хорошего, да. А мы сейчас продолжим, и я вот скажу следующее, что если это один нарцисс, то вместе, когда уже много, это нарциссизм лингвистический. Самое начало той же улицы.